Иногда популярные артисты гастролируют. И рано или поздно приезжают в Пятигорск. И так единственная, а потому все равно сколькизвездочная гостиница в городе Пятигорске. Уборка номера! Женщина, 6 часов утра. Какая уборка? Так, а где пепельница? Я не курю. Я курю. Так, а это вы вчера у меня убирались в номере? Ну как убиралась? Заходила. А деньги зачем со стола взяли? Ха, ты что, в школе не учился? На занавески. На какие занавески? Тут нет занавесок. Ну, значит, будут. Ладно. А в туалете почему свет не горит? Господи, да что там тебе разглядывать? Серега Жуков, руки вверх! Да, Сергей Жуков. Ну? Ну? Чё, не узнаешь меня, а? 98-й год? Нет. Это ж я тебе на концерте в голову туфелькой попала. А чё ж ты туда камень-то положил? Вот ты даешь! Как бы я тебе с последнего ряда стадиона до тебя добросила бы. Ну надо ж, слушай, я так фанатела от тебя вообще. Я даже поправляться начала, когда ты начал поправляться. Только ты как-то смог остановиться, а я как-то нет. Слушай, я сейчас напарнице Таньке позвоню. Да, не надо никого... да подожди. О, это пока до Стаса Михайлова припева не дослушает, трубку не возьмет. Алло, Танюх! Танюх, зайди в 308-й! Зайди! Ну тебе же сказали, ноги подними! Пусть женщина полы протрет! Не-не, Танюх, тут ситуация нестандартная. Че такое? Ты не поверишь, какие люди в Голливуде. Серега Жуков, руки вверх. Серьезно? Тот самый из Москвы? Значит, ты Стаса Михайлова видел? Ну, видел. Слушай, а чем от Стаса пахнет, а? Я что, нюхал его? Прозевали момент, да? Ну ты тоже хороший, знаешь, мне вот эта песня нравится. Колечко, колечко, кольцо. Так да? Это не моя песня. А я и не говорю, что это твоя песня. Я просто говорю, что она мне нравится. Давно это было, давно. А ты что кашляешь, заболел что ли? Да, горлышко немножко. Таню? Поняла. Танюха у нас в этом деле спец. Да зачем? Да ладно, чего ты, не стесняйся. У тебя карта есть? Есть. Слушай, давай секс на раздевании сыграем. Что такое говорю-то? Слушай, давай секс на раздевании сыграем. А, не, правильно говорю. Да ты не стесняйся, да, я тебе говорю. Картошечка. О, картофан. Нет, нет, давай, 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 давай. Носом вдыхай, ротом выдыхай. Потому что есть картошка у тебя. Да, картошка, ты вздыхаешь зря. Ну чё, как дела? Ой, розовенький какой, молодец. Дело. Танюх, а ну сфотай нас с тобой. Да, давай, 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 давай. Так, подождите, давайте только потом вы уходите. Все, да, это да, конечно. Да, да, вы счет? Да. Ага, в щечку меня поцелуйте, да? Угу. Алло? Сейчас, секунду. Не-не-не, не уходи, сейчас она придет, ага. Ну хорошо, давай. Кто звонил? Никто. Спасибо. Оль, не знаю, я тебя вообще не понимаю. Если бы тут Стас Михайлов был, я бы с ним давно уже. Да ты уйдешь или нет? А, поняла. Ухожу и включаю пылесос.
Сережа. Нет, вы нормальные, нет? Ну, у меня концерт завтра с утра. Ну, отдыхать надо. Давайте сейчас, до свидания. До свидания. Мне еще душ принять надо. Ты подойди поближе. Присядь со мной рядом. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась. И губ слияния нежных мне больше никогда не испытать. Ты нормальная? Нет вообще. Алло. Да, дорогой. Где? На работе. Пылесошу, Станька. Где я? Такие мужики. Да. Лежит тут в кровати. Сергей Жуков ждет меня. Че ты там свистишь? Зубы ставь, смеется он. Да знаю, знаю, что сама виновата. Давай. Послушайте, вот мне... Подожди, Сереж. Прости, у нас ничего не получится. Да нет, вы не так поняли. Да дело не в тебе. Просто понимаешь, у меня, как у миллиона твоих поклонниц уже давно. Семья, дети, бытовые проблемы. Ну, всех нас связывает одно. Это яркое воспоминание о тех временах, когда у нас не было детей, семьи, бытовых проблем. Спасибо, Сереж. Спасибо. Чай. Просто контакта не было! Да, ты права, контакта не было.